Псалом 56, молитва об избавлении от мучителей. «Будь милостив ко мне, Боже, ибо человек поглотит меня. Сражаясь весь день, он теснит меня. Весь день, ибо много воюющих против меня, Всевышний. Когда убоюсь, на тебя уповаю. На Бога, славлю слово Его. На Бога я уповаю, я не буду бояться. Что может сделать со мной плоть? Целый день перевирают слова мои. Все их помыслы против меня во зло. Они собираются вместе, они прячутся, они отмечают мои шаги. Когда они подстерегают мою жизнь? Избегут ли они беззакония? В гневе повергни народы, Боже. Ты исчисляешь скитания мои. Вложи мои слезы в твою бутыль. Разве их нет в твоей книге? Когда я взываю к тебе, тогда мои враги повернутся назад. Это я знаю, потому что Бог за меня. На Бога, славлю слово Его, на Господа, славлю слово Его. На Бога уповаю. Я не буду бояться. Что может сделать мне человек? Обеты, данные тебе, связывают меня, Боже. Я воздам тебе хвалу, ибо ты избавил душу мою от смерти. Разве ты не удержал мои ноги от падения, чтобы я мог ходить перед Богом во свете живых?